Завтра в областном Дворце культуры выступит Юрий Куклачев. Перед владимирскими зрителями его театр покажет одну из самых знаменитых программ. Представление «Лес чудес» рассчитано на любителей животных всех возрастов. На сцене зрители ждут пуделей и 35 кошек. Цена билета от 600 рублей. Начало в 16:00. А рукодельницы могут завтра посетить творческую мастерскую «Ёшкин кот». В 16:00 там стартует урок по валянию и шерсти от художника Веры Лобашовой. Каждый участник мероприятия за время мастер-класса сможет сделать в технике мокрого валяния свою собственную поделку. Все материалы выдадут на месте. Цена мероприятия – 300 рублей. А в областной филармонии в субботу выступит группа «Цветы» Стаса Намина. Начало концерта в 18:00. В программе новые композиции и всем известные хиты. Кстати, после этого концертного тура группа с 45-летней историей хочет прекратить выступление. Так что во Владимир они приезжают последний раз. Купить подарок к женскому празднику можно в областном доме работников искусств. Там сейчас проходит выставка дизайна и рукоделия «Ручные вещи». Начиная с 5 марта с 11 утра до 7 вечера в Адри собираются все рукодельницы области. На выставке бижутерии, игрушки, украшения и предметы интерьера, сделанные своими руками. В субботу можно будет посмотреть и хоккей. Завтра состоится товарищеский матч между владимирской любительской командой «Русичи» и любительской командой из Австрии. Всех любителей этого спорта ждут в Ледовом дворце. Спортивные соревнования пройдут 8 марта. В 11:00 в парке «Дружба» стартует областной чемпионат по лыжным гонкам на марафонских дистанциях. Посвящен он памяти олимпийского чемпиона, владимирского лыжника Алексея Прокуророва. А вот послушать поздравления в свой адрес женщины смогут во владимирских парках. Там приготовили концертные программы для милых дам. В Добросельском поздравлять начнут в 11 утра, в Дружбе в 12:00, а в час к поздравлениям присоединится и загородный парк. Воскресным вечером в арт-дворце выступит Эдита Пьеха. Концерт народной артистки СССР начнется в 18:00.